Доброе утро, мои дорогие друзья и подписчики, и зрители моего канала. Вот так начинается у меня утро. Скоро половина седьмого. Я проснулась, чтобы заниматься йогой. И меня радует такое изобилие красок и цветов. Все цветет, жизнь продолжается. Прекрасно. Желаю мне и вам плодотворного, успешного дня. А вы не переключайтесь, смотрите, будет интересно. Всем привет, друзья мои, с вами я, Светлана Та. Сейчас я иду к Наде в гости, где мы встретимся там с Натальей. У нас деловая встреча. Еще беру с собой компьютер. Ну что, пошла я? Наверное, не буду снимать, а может, если они не против, поснимаю чуть-чуть. Но сначала дело, а потом уже видео. Какой красивый дом и какой красивый лифт. Мандерас. Мандерас. С большой буквы? Да. Напиши, как есть. Так, ой. Работаем, работаем мы. Мандерас, Махалис. Уважаемые жители Мерсина и всех остальных уголков мира, и стран, и городов, присоединяйтесь в наш бизнес. Надежный, легальный и прибыльный бизнес, бизнес на золоте. Все подробные вопросы в личку. Если интересно, присоединяйтесь, пишите. Друзья. Нашему бизнесу нас уже много в Турции. Нас уже много. И мы зарабатываем евро. Только зашли домой. Какой сегодня был день? Насыщенный. У меня нет сил. С пол шестого я на ногах. Легла в три. Я пришла со встречи. И потом мы пошли, накормила завтраком Эндера, и пошли с ним вот сюда в центр к нам, чтобы купить себе коврик для йоги. Но обошли все, там был черный один, мне не понравился черный цвет я не хотела, 60 лир стоил, мне не понравилось. Где больше выбора, в следующий раз, думаю, куплю. И мы зашли по дороге в Мигрос там, купили кое-что. Потому что мы же на базар не попали, и вчера вот помидоры, огурцы не купили. В Мигросе купила вот такое вот мороженое. Так мне захотелось, думаю, я сколько времени, да, 3 недели я без сладкого. Только вот кушаю вот сухофрукты, а это без черного шоколада, почему-то я его взяла. Вот захотелось мне, да. Купили вот такой чай, он классный, 35 лир стоит. 35 лир это стоит. Очень хороший чай Липтон. Ну, еды купили, конечно. Огурчики, помидорчики. С завтрашнего дня никуда не буду выходить и начну заниматься активной уборкой. Завтра я должна очень много дел сделать. Такие хорошие помидоры взяли. Посмотрите, купили. Огромные. И они пахнут. Еще взяли перчика, красный перчик взяли. Такой перчик красный взяли, вот такой взяли на голубцы. У меня же есть там и мясо, и фарш есть. В общем, будем со шлемом почти на диете. Так что вот такие вот дела у меня. Во всех магазинах идет активная покупка. Все люди так отовариваются. Завтра до 7 часов вечера можно еще ходить, покупать что-то, а послезавтра уже нельзя, после 7 нельзя. Но я духом не падаю, я знаю, что это все будет хорошо, это все, что идет, идет к лучшему, мне на пользу.
Я буду больше времени посвящать своему бизнесу, Ютубу. Ну да, может, не будет интересных моментов с моей жизни в набережной. Ну а что делать, по-другому никак. Даже Наталья рассказывала, что она уже вчера начала купальный сезон. Вода такая была хорошая. Ну и придется подчиняться, по-другому у нас нету. Воевать, бороться ни с кем я не собираюсь, потому что у меня нету сил, я не занимаюсь политикой вообще. Я занимаюсь своей жизнью, своей семьей и своими заботами, проблемами. Остальное как есть, так и есть. Я подчиняюсь. Я уже ушло время, когда я возмущалась и с кем-то боролась. Ну все, друзья мои, пойду переодеваться. И у меня, кстати, знаете, какое разочарование? Когда я разморозила эту индюшку, я так думала, да, что это индюшка. Оказалось, что это курица. Но я не понимаю, почему такие цены. Там же и граммаж тоже, килограммов больше. А я вся сняла с нее всю кожу, она такая огромная. И вот поставила полностью всю отваривать. Вот будем с мужем, уже я ему объяснила. У него повышен тоже холестерин. Мы вчера ходили с ним в поликлинику, сделали ему эхоскопию, потому что я не могла успокоиться после тех приступов. И пока нужно все-таки смотреть, самолечением заниматься нельзя. И поэтому, мои дорогие, мы вчера с ним с 8 часов до 4 были, вот только 4 вернулись, и теперь успокоились, все. Уже знаю причину. У него, оказывается, камни там, видно, у моего мужа, желчном, небольшие. Поэтому вот это и видно, дало ему вот такой вот приступ, как он говорил. Ну и холестерин повышенный у него, почти такой же, как у меня, и будем вместе с ним соблюдать. Но я не знаю, как он будет соблюдать диету, естественно, о посте сейчас не может быть и речи. Ему нужно пить, много пить, а просто по состоянию здоровья ему нельзя. И опять, значит, он все это бросает, бросил, естественно. Ему назначили лекарства, и вот он принимает лекарства, и вот такая вот ситуация у нас. Он очень хотел, но не получается. Не получается. К сожалению, мы много чего хотим, но не получается у нас. Так что вот я отварю курочку и сказала, плов нельзя, картошку нельзя, будем кушать овощи, салаты. Будем нажимать на салаты с оливковым маслом. Подсолнечное масло тоже не буду пока пользовать. В общем, мы с ним уже, и он со мной на диете. Но я хлеб не ем, он, естественно, хлеб ест, ему нужно постепенное. Он никогда не сидел на диетах. Ну, вот такие вот у нас новости хотела вам рассказать. Пойду я переодеваться. Спрячу это сейчас в холодильник. И даже сейчас не кушать ничего не хочу. Просто хочу все снять с себя и расслабиться чуть-чуть. Как же я вам не покажу, что мы кушаем сегодня. Вот я отварила курицу. Это вот такой суп и салат. Ничего нет жареного, все полезное. Приятного аппетита. И, естественно, такой хлебушек. Всем привет, мои дорогие зрители, подписчики, друзья моего канала. Девочки, мальчики, я стала просыпаться. В 6:30 я уже занимаюсь йогой. Вы представляете, как я меняюсь? Это на меня так подействовало. Я стараюсь пораньше лечь, но как пораньше, конечно, очень стараюсь. И, но я, во-первых, стала следить за своей осанкой. Это солнце, сейчас морщины у меня появятся такие. Я стала следить за своей осанкой, девочки. Мне так классно стало себя чувствовать. Я встаю такая вся, и как после йоги у меня глазки открылись. Столько энергии. Я сейчас положила стирку. Побежала на набережную, потому что сегодня последний день. Локдаун начинается после 7. А вдруг сейчас? А нет, нет, после 7 вечера. Я 8 часов уже на набережной. Вы представляете, Светлана, когда ходила 8 часов? Все это благодаря йоге. Если у вас есть такая возможность, занимайте. Ищите в Ютубе. Это так расслабляет.
Во-первых, это и лечит, укрепляет наши мышцы. Понимаете? Поэтому, если есть у вас такая возможность, уделите себе полчаса каждый день и любите себя, девочки. А сейчас я вам покажу набережную и море наше, потому что 3 недели вы море не увидите. Ну все, девочки, мальчики, ждите, не переключайтесь. Вот море. Любуйтесь. Любуйтесь, мои хорошие. 3 недели я этого не увижу, и вы тоже вместе со мной. Послушайте шум волн. Море слегка разволновано, слегка. Помните, один день был просто море, как будто остановилось все движение. Но, слава Богу, ничего плохого не произошло. +25 градусов я посмотрела. Вот сколько у нас спортсменов. Уже солнышко, жарко. И поэтому нужно пораньше будет вставать мне. Вообще очень рано, 8 часов, наверное, уже надо выходить. Потому что 6:30 у меня йога, которую я никогда не пропущу, если какие-то будут такие исключительные дни. Ну все, пошла я дальше. У меня уборка. Генеральная уборка. Полностью я убрала зал. Сейчас, ну, здесь я не буду пока генералить. Наверное, завтра с утра уже здесь все шкафы помою. Уже нет сил. Пока перечистили. Вот. Все перемыла. Окна, все, сейчас буду стирать занавески. Ну, как-то так. Пока ковер не хотим убирать, потому что еще рано. Вечерами прохладно. Ну, а завтра у меня в планах вот кухню, все стены мыть, все. Ашка мне сказал, поможет. Вот так вот, вот чем я занимаюсь сегодня. Вот, постирала тапочки там. Сейчас занавески сложу. Положу машину. Положу машинку. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.